Ярославско-Смоленская икона Божьей Матери. Келейный образ архимандрита Троицы Сергиевой Лавры Антония. 25 октября 1642 года во время молитвы он услышал от иконы Смоленской Одигитрии голос: «Иду, иду в пределы града Ярославля, в новосозданный монастырь, во имя Мое». Архимандрит Антоний послал эту икону с иноком Германом в указанный монастырь, строящийся в лесу недалеко от Ярославля. Чудотворная икона была поставлена в монастырском храме около алтаря.